Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Георгия Буркова. Эпизодические и заглавные добряки и злодеи в кино и в театре, его персонажи всегда становились выразительными и запоминающимися, понятными и любимыми. Он снялся более чем в 80 фильмах, и каждое его появление на экране, пусть даже на 3 минуты, зритель запоминал навсегда, а его фразы сразу становились крылатыми. Он, в принципе, хотел быть писателем. У него очень много осталось литературных таких набросков, сцен отдельных, рассказов. Я поэт! Я имуженист! Меня печатать надо! Странный был человек. И в жизни то ли вроде бракованный какой-то у него разговор был. Но все равно было очень интересно. Сердце мощное, мышление. Главную роль, в которой увидел его Рязанов, предводитель нищих в небесах обетованных. Буркова сыграть не довелось, нелепая случайность, потянулся за книгой и упал. Через несколько дней его не стало. После смерти актера узнали, как много он не успел осуществить. В своих дневниках Георгий Бурков распланировал жизнь на 11 лет вперед.